Это «Открытая студия». Всем добрый вечер. И поговорить сегодня хочется вот о чем. В России сегодня появилась у нас две России. Одна телевизионная, в которой все хорошо и замечательно, и другая, вот просто другая Россия, в которой происходят периодически какие-то волнения. Мы в последнее время очень часто наблюдаем Екатеринбург, ШИС, Сыктывкар, Ингушетия и так далее. Люди постоянно выражают свое недовольство, об этом не говорят на центральных каналах. Ну вот есть мы, по крайней мере, мы можем вам о чем-то рассказать, с вами поговорить на такие вот темы, которые чаще всего в центральных СМИ замалчиваются. По этому поводу мы сегодня пригласили депутата Государственной Думы. Дмитрия Ионина, и у вас будет уникальная возможность задать ему в том числе свои вопросы. Здравствуйте, здравствуйте. Дмитрий. Что происходит в стране, я понять не могу. Вы правильно сказали, есть две России. Одна в отчетах и по телевизору, вторая реальная, которой мы все живем на самом деле. Потому что я вот в Госдуме полтора года. Мне раньше, знаете, казалось, вот эти все красивые слова чиновников о том, что у нас все растет, все развивается, ну, что они просто врут. Сейчас, пообщавшись, вникнув вот в эти все процессы, я скажу, что все гораздо хуже. Они искренне верят в то, что они говорят. То есть, красивые цифры с мест, красивые отчеты. Вот, и потом появляются там истории, когда министр труда говорит о беспрецедентно выросшей зарплате. Да? Или там министр финансов о том, что до дополнительного 1000 рублей к пенсии пенсионеры смогут путешествовать и так далее. Проблема в том, что система вот так сегодня устроена, что однобоко, что она видит эти цифры, она живет в этих цифрах, она живет в этих отчетах, и там действительно все не так плохо. Ну, вон Росстат, посмотрите, да, какие циферки дает красиво. И, к сожалению, это расслоение, оно есть. То есть, если ты, ну, там, я, допустим, езжу, да, по территориям, по глубинкам и так далее, я вижу, что реально происходит, веду приемы, там, в соцсетях общаюсь. А вот другой уровень, да, там, депутатов, чиновников и так далее, он уже сегодня реально оторван, и, к сожалению, я не скажу, что там картинка из телевизора там зомбирует и пропаганда, я скажу, что скорее она отражает то видение, как они это видят. И вот в этом, к сожалению, очень большая проблема, потому что, конечно, диссонанс огромный, ну, это просто неправда, да, про рост зарплат, про там рост благосостояния граждан, мы все понимаем, мы все живем, что в магазине с теми же доходами мы можем купить значительно меньше. Плюс нам там всякие пенсионные подарки, в кавычках, да, пенсионные реформы, мусорные и так далее. То есть, это большая беда. И эта беда, наверное, называется монополией, потому что сегодня власть такая монопольная. Вот в Госдуме, там, «Единая Россия», 343 из 450. Ну, три четверти получается. Три четверти. Они могут принять 90. Любой закон и отклонить любой закон. И если даже все остальные выйдут, ничего не поменяется и так далее. То есть, этот корабль, накрененный на один бок, очень существенно. А такой корабль, такая лодка не поплывет, да, она будет зачерпывать воду и потихоньку тонуть. И, конечно, не хотелось бы этого, но вот мы пришли к тому, к чему мы пришли. Мы пришли к тому, что политическая монополия, а любая монополия, она вредна. Да, ведет к застою в том числе. И вот такой вот застой в головах чиновников, он есть по факту, это правда. То есть, если вы в следующий раз будете слушать бравурные отчеты какого-нибудь высокопоставленного гражданина, то вы имеете в виду, что на самом деле он верит в то, что он говорит. И это гораздо хуже, чем если бы он просто врал. 262-5651, телефон прямого эфира, 343, код города, телефон бесплатный, платите по тарифам своего оператора, звоните, задавайте, может быть, свой вопрос, может быть, есть что сказать, просто высказаться моему сегодняшнему гостю. Напоминаю, в гостях у меня депутат Государственной Думы Дмитрий Ионин, который как раз сегодня нам и расскажет, как работает Государственная Дума, в том числе о каких-то своих видениях, да, на происходящую в стране ситуацию. Кроме того, мы проводим сегодня интерактивный опрос, как обычно. Вопрос сформулировали очень просто. Доверяете ли вы российским властям? Вариантов ответа всего «да», «два», «да» или «нет». Тем не менее, вот для этих целей мы ведь избираем думы разного уровня. Избираем. И Государственную Думу. И туда приходят люди, вот, ну, вы еще пока не забронзовели, вы там не так давно пребываете. Я вроде в ЗАГС собрании не бронзовел. Вот, но тем не менее, это люди, которые, по идее, избираются от территории. Ясное дело, что чаще всего это не так, что многие депутаты Госдумы, особенно старожилы, члены Совета Федерации, от какого бы он там ни избрался региона, он все равно живет давно-давно в Москве, в своем регионе он бывает там раз в пятилетку. Но есть, тем не менее, какие-то люди вот с мест, которые все равно приезжают, о чем-то говорят. Ну, давайте вот вспомним, как избирали эту Думу в 2016 году. На самом деле, вот я много езжу, много общаюсь. Задаешь вопрос человеку, кто ваш депутат? Не помню. На выборы ходили? Ходили. И это большая беда. То есть, вот эта апатия населения, которая на самом деле, ну, кто-то вот целенаправленно же, да ничего депутаты не решают, да все они одинаковые, никакого толку от них не будет. И получается, вот такое болото формируется, то есть, какие-то люди представляют тебя, оказывается. Ну, не тебя лично, там, я думаю, вы, Александр, там, на выборы ходите, интересуетесь, я там, еще кто-то там из наших телезрителей, а большинству наплевать.
То есть спрашиваешь человека, ко мне обращаются с других регионов, пишут, да, там, помогите. Я говорю, а у вас ваш депутат-то где? Ой, он точно не поможет, нафиг мы ему не нужны. Я говорю, как выбирали, как голосовали? Люди откровенно, особенно в малых территориях, говорят, начальство сказало, на работе сказали, 200 рублей дали. И так далее. Люди спокойно это говорят, они идут, они выбирают. Я понимаю, что да, адмресурсы, там какие-то там рисования, фальсификации имеют место быть. Но вот этот вот пофигизм, от депутатов ничего не зависит, что их избирать. А потом вот приходят тебе и говорят, как же так, почему пенсионную реформу приняли? Ну, потому что сформировали вот это вот большинство, которое принимает то, что вот им говорят, они принимают, к сожалению. Потому что каждым конкретно отдельно разговариваешь, да вроде здравый человек. Вроде все понимает. Он понимает, что нет необходимости пенсионной реформы. Это сейчас, да, господа чиновники уже признают, что она не дала там эффекта. Ну а зачем было у людей 5 лет жизни, да, вырезать? Но вот, вот эта вот история с политической монополией, о которой я уже говорил, чего повторяться. То есть вот сбивают людей там в коллектив, говорят, все, вот, вот действуйте в соответствии с генеральной линией партии. И все. А связи с местом действительно нет. Но самая большая проблема, что в людей воспитывают пофигизм, что от них ничего не зависит, и от депутатов ничего не зависит, и все плохие и так далее. Мы приходим к тому, что приходим. Вот, к тому расслоению между реальной Россией и Россией в цифрах, Россией в картине. Но почему в Думе-то об этом молчат? Вот я редко вообще встречаю депутата или члена Совета Федерации, который бы вышел на трибуну и сказал, ребят, ну вот раз такая ситуация, раз кругом вранье, вы посмотрите, там волнуются, сям волнуются. Ведь были волнения в Екатеринбурге. Сейчас происходит ситуация, очень нехорошая ситуация в ШИЭСе. Ладно, в Екатеринбурге подняли весь этот шум. Все-таки огромный город, по сути, третий город в стране. Я имею в виду с политической точки зрения. Да, даже не по сути, а третий город в стране. Чисто политически, да, тут есть кому вынести, да, всю эту историю. Но есть еще и ситуация в Ингушетии на Калининграде. В ШИЭСе продолжаются столкновения уже несколько месяцев, но мы ни разу не видели, а может, нам не показывают просто. Да, слушай, не только я про ШИЭС неоднократно. Я даже Архангельск не представляю тему ШИЭСа, как в привязке к мусорной реформе, и я озвучил, она постоянно звучит. Просто ее нету по телевизору, мы ее с вами не видим. Нет, я имею в виду в Думе, вот, чтобы кто-то вышел, вот, лично я, неоднократно. Мне очень много людей после этого подписалось там на соцсети с Северодвинска, с Архангельска и так далее. Что, ну вот хоть кто-то, да не хоть кто-то, на самом деле она есть. Но просто, к сожалению, вот Екатеринбург дал на самом деле хороший пример. Хороший пример того, что люди говорят, так, все, давайте с нами договариваться. Если выставляют, что это маргиналы, что это беспорядки какие-то, блин, ну это же не так. Просто и люди не против храма выступали. Люди выступали за то, чтобы власть начала их слушать. Сегодня этого диалога нет. И очень печально, что это принимает именно такие формы, такого диалога. Потому что, ну, на самом деле, диалог должен быть по-другому. Где все эти общественные палаты многочисленные? У нас же есть общественные палаты, они же как бы представляют общественность, они должны доносить. У нас есть Госдума, есть депутаты. Вот вы говорите про ШИЭС. Да поднималось 100 раз про ШИЭС, на самом деле. Но, еще раз, есть монополия. А любая монополия, она плохо влияет на государство. И на самом деле это повод задуматься всем нам. 2021 год, выборы. Ну, давайте уже как-то просыпаться. Потому что если мы не проснемся, если мы будем говорить, да ладно, все нормально. Потому что ну вот пенсионная реформа, мусорная реформа, НДС, все вот это остальное за год. Посмотрите результаты выборов, которые сейчас идут по стране. Опять Единая Россия побеждает. Да, сейчас там губернаторы отказываются идти от Единой России. Это, наверное, какой-то знак. Но, в принципе, она побеждает вот эти там все там до выборы сейчас, ну, которые не в единый день голосования идут. Постоянно они выигрывают. Потому что пофиг. Потому что народ никак не связывает выборы и то, что это как-то повлияет на их жизнь, на их уровень благосостояния. Нет, ну еще, может быть, и не знает просто народ. Ведь посмотрите, сейчас вот эта вот афера с цифровым телевидением, которую провернули, ведь оставили 20 телеканалов нужных действующей системе власти, там все правильные каналы, там нет ни одного телевизионного канала оппозиционное. Там все каналы государственные, Россия-1, Россия-24, НТВ, ну, это логично, РЕН-ТВ логично, и так далее, плюс СТАС-ТВ, то есть там всегда все хорошо. И я вот, когда были митинги в том же Екатеринбурге, например, я разговаривал с жителями Екатеринбурга, со своими там родными, близкими, которые, ну, к сожалению, прикованы к этому телевизору. Не слышали еще, да? Они знать не знали о том, что эти митинги проходили. Да, ну, слава богу, сегодня есть альтернативные каналы, да, вот, допустим, я в Одноклассниках чисто Свердловской области, как я ее представляю, да, вот общаюсь с людьми, у меня там что-то 1010 сейчас человек и так далее. Ну, люди просыпаются, люди чем-то начинают интересоваться. Единственных там тоже манипулируют их мнением, вот лично какие-нибудь вбросы там делают совершенно грубые, а там пожилые больше люди, они верят. Но, по крайней мере, есть этот канал коммуникации. Я вот просто раз в день или раз в 2 дня все, отключаю все телефоны, сажусь за компьютер или там за планшет, и час там два отвечаю людям. И, ну, будут эти каналы развиваться, интернет будет расти, и я очень надеюсь, если нам его не отрубят, конечно, нафиг, да,
то что это будет площадка, где люди вообще начнут задумываться. Начнут задумываться, кого мы выбираем, зачем мы выбираем. Мне вот иногда там обвиняют, вот недавно я в Буланаш ездил, да, в Артемовском, там затопило. Затопило его, а по отчетам все нормально, ну ничего, там небольшое подтопление, все делать. Там сады затопило. Представляете, что такое сады? Это единственный кормилец для многих, да, людей, да и вообще отдушина. Вот сады затопило и уже подбирается к населенному пункту самому. Вот я напялил шахтерские сапоги, пошел, чтобы показать на себе, на своей шкуре. Вот я депутат, смотрите, здесь куча воды, здесь есть реальная проблема. Мне говорят потом, ну это показуха, да, там это пиар и так далее. Тогда депутаты должны это делать. У нас понимаете? Звонок. Да, здравствуйте, откуда вы, как вас зовут, по какому поводу? Ой, меня зовут Львом. Нижегородской области. Можно задать вопрос вам? Вот. Да, конечно, задавайте. Вот Владимир Владимирович сказал, что мужчинам 42 года стаж, чтобы 60 лет выйти на пенсию. А почему-то 2 года армии выкидывается. Почему-то. Угу. Спасибо надо большое. Надо начинать работать с 13-14 лет, чтобы заработать 42 года стаж. Нет, все правильно, и на сегодня есть законопроект, внесен там коллегами по поводу того, чтобы все-таки зачитывать службу в армии, в стаж. Но пока это не принимается, потому что вообще ситуация такая, что неформально есть сегодня какое-то указание максимально экономить пенсионный фонд. Об этом никто не скажет публично и так далее, но я вот много занимаюсь людьми, которые имеют право на доплаты там, по вредным производствам, работали там, в Крайнем Севере и так далее. Больше 5000 человек я помог перерасчетом пенсии. И вот каждый раз одна история, они приходят в пенсионный фонд, им говорят, у вас все нормально. Нормально, идите отсюда. Потом мы начинаем писать, там, вышестоящие органы или в прокуратуру, и вот и только я, больше 5000 человек, помог пересчитать. Кому-то там 200-300 рублей добавляют. Недавно вот мужику из Туринска 4000 добавили в пенсию. У нас еще один звонок. Здравствуйте, откуда вы, по какому поводу звоните? Алло. Да. Да. Я звонюсь, здравствуйте, вы кто? Господин Ионин? Да. Я звоню из Североуральска, вот у нас поезд отменили давно уже, 5 лет, наверное, назад. До Екатеринбурга. Очень неудобно. Не поможете нам с поездом? Ну, давайте попробуем. А вы есть в социальных сетях как-то нас списаться? Нет, я нигде нет. Ну, может, кого-то попросите, чтобы просто подробности я мог узнать по этой ситуации. Пусть куда обратиться? Пусть на меня выйдут там через Одноклассники, через ВКонтакте. Через Одноклассников, да? Да, я всегда лично отвечаю. Просто кого-нибудь попросите, чтобы подробнее мне написали, постараюсь помочь. Хорошо. Вот, кстати, спасибо вам большое. Все бесполезно, в общем, а нам поезд обязательно нужен. Екатеринбург, Североуральск. И инвалиды ездят, и пенсионеры. Давайте, ездят. Да, давайте попробуем. Подниму, в том числе перед руководством РЖД в Москве тогда. Спасибо большое. Вот мне тоже, кстати, очень интересно, почему всегда обращаются, да, вот ну, к тем, кто, по крайней мере, тебя выслушает, ведь есть в этом Североуральское. Местные какие-то власти, местные какие-то чиновники, которых мы все дружно содержим на минуточку. Слушайте, почему они звонят депутаты Государственной Думы, чтобы решили вопрос вот с этим вот электричеством? Знаете, недавно я как депутат Государственной Думы добился установки туалета в дендропарке города Екатеринбурга, понимаете? Вот такой уровень вопроса, потому что, к сожалению, местная власть не работает. На это есть ряд причин, я могу долго рассказать. Не только потому, что вот они все негодяи такие и не хотят работать. Это вообще большой перекос. Все деньги же у нас куда? В Федерацию, в Москву уходят. И вот сидит на месте какой-то нормальный человек, условно. Не ворюга, не хапуга, а вот нормальный пришел человек, да. Захотел поработать. Да, ну, бывает это такое чушь. И вот у него, условно говоря, он должен отремонтировать 10 дорог, а денег на одну максимум. То есть, он отремонтирует одну из 10 или 10, но на 10%, в любом случае к нему придут прокурор, там все остальные, начнут его бараний рог сворачивать, понимаете? То есть, проблема этого жесткого перекоса, что деньги уходят туда, а здесь сидят люди, которые обязаны этим заниматься. И они начинают резать. Не потому что же, что они такие негодяи, там, школы закрывать, ФАПы и так далее. То есть, они начинают просто экономить. Вы немножко, может, вопрос не поняли, я сейчас его перефразирую, у нас просто еще один звонок. Да, здравствуйте, откуда вы, как вас зовут? И по какому поводу? Екатеринбург, Анатолий. Я хотел бы задать вопрос вашему гостю. Да, задавайте уже сразу. Вопрос вот такого характера. Я регулярно смотрю вашу передачу Крит-ТВ и также канал Отражения. Вот. Замечательно. Люди в массе своей очень негативно относятся к действиям правительства и вообще к правительству. Мне интересно, докладывают ли это Владимиру Владимировичу, что люди не доверяют правительству? И что делается для того, чтобы люди поверили правительству?
На самом деле люди не доверяют и депутатам, я это испытываю на себе регулярно, столько там негатива приходится отсеивать, чтобы показать людям, ребята, все разные, и депутаты разные, и чиновники разные, кто-то работает, кто-то не работает. А докладывают или нет Владимир Владимирович, я не знаю, я лично никогда не общался с Владимиром Владимировичем и с теми, кто там рядом, там может докладывать или нет, поэтому я тут не буду врать или фантазировать, я не знаю. Что он вообще, вот можно такой вот вопрос, может быть, не знаю, некорректный, он вообще существует, Владимир Владимирович? Да, потому нет, что у меня такое ощущение, что он живет, он нет, есть нет, только нет, в телевизоре. Я видел его несколько раз на заседаниях Думы, на инаугурации, на, по-моему, Дне Конституции. Вот все, с Медведевым у меня был разговор, да, мы сидели так друг напротив друга, общались, но, опять же, к сожалению, сложно друг друга услышать, еще раз говорю. Власть и депутаты, которые там в своей части занимаются поднятием реальных проблем, на сегодня, ну, это такое, как бы, между нами не очень хорошо. То есть, вот ты сидишь и говоришь, ребята, народу нечего жрать. А тебе говорят, нет, вот бумага, в которой написано это. Поэтому, ну, вот я говорю, у нас страна отчетов, поэтому, да, допустим, вот там финансово-экономический блок правительства в этом плане очень тяжел. Вот общаюсь с министрами, с замминистрами, с министрами, понимаете, ну, вот они не готовы слышать какие-то вещи и начинают на тебя смотреть, как на какую-то вражину, которая, вот, знаете, тут что-то хочет рассказать-то, вот этого же нет на самом деле. Иногда, конечно, хочется какого-нибудь там замминистра финансов привести в тот же Буланаш и сказать, вот здесь нужны деньги, вот здесь у людей все затопит, вот давай, надели сапоги, пошли. Или вот там в Серов, где я в бараке жил несколько дней, чтобы привлечь внимание, да, поехать и сказать, смотри, он разваливается, денег нет. Но вот этой коммуникации на сегодня, она не, вот крайне слабая. Не, ну было же, мы же проходили, вспомните этого депутата Бондаренко, вашего коллегу из Саратова, который решил показать, сказал, ребят, ну ваш прожиточный минимум, это ни о чем. Он сидел ну, на а нем, потом... он похудел, а в итоге что? Села какая-то чиновница и сказала, ну, макарошки всегда одинаково стоят, и все так немножко нет, иногда такие акции привлекают внимание, я еще раз говорю, кто-то будет кричать, там, пиарится, вот я жил в бараке, чтобы показать проблему. Вот, да он пиарится. Ну, бараку этому помогли, помогли. Плюс в область дополнительно сразу 700 миллионов нашли из федерации на расселение. Ну, какой-то реальный результат. И, по сути, депутаты должны это делать. Потому что если депутат сидит и просиживает задницу, извините, там, то он просто очередной чиновник на шее, как бы, действительно, людей. А депутат должен привлекать внимание к проблеме. Любыми способами. Надо сидеть на диете, надо жить в бараке, надо идти в телевизор, надо... Это задача депутата. И когда потом тебе говорят, да вы тут все пиаритесь, там, я пиарюсь, но я пиарю проблему. Я пиарю проблему, потому что по-другому ее не решить. Потому что, как мы видим, только когда резонанс, только, опять же, Екатеринбург с храмом, только когда обращают внимание, тогда что-то начинает шевелиться. Пока шестеренки, значит, механизмов власти, к сожалению, очень много где прокручиваются. И без смазки публичного, так сказать, возмущения людей какой-то ситуации. Вы же понимаете, что публичное возмущение устроить, это надо его еще устроить. Потому что последний раз мы опять слышим, как только где-то появляются какие-то публичные возмущения, мы слышим одну и ту же песню. Госдеп, профессиональные митингующие, там бог знает какие-то зеленые человечки. Это тоже есть, и это тоже есть, давайте уж честно, как бы, есть и это, есть другое. Есть другое, что люди действительно идут и говорят, что механизмы сегодня не работают. Вот поэтому по застройке сквера были общественные слушания, где 95% участников сказали, мы за то, чтобы его застроить. Сейчас выходим, сколько там, 70 чем-то процентов жителей Екатеринбурга против застройки. Это говорит о чем? Это говорит о том, что надо убирать вот этот вот весь бред, вот эту всю шелуху, отказываться от тех же общественных слушаний в нынешнем виде, потому что они не работают. Нужен другой способ вопроса. У меня было два опыта просто общественных слушаний. Первое, мы со всем ЖБИ приехали и сказали, мы против, чтобы на каменных палатках строили вот эти вот за мостом. А теперь это называется несанкционированный митинг. То, нет, почему мы на слушание приехали? Это когда вы договорились с губернатором, с мэром, он сказал, ну хорошо, Дмитрий, приезжай. Ну, у нас звонок, по какому поводу звоните, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, спасибо за вашу передачу. Зовут Екатерина, живу в Екатеринбурге. Добрый день. Вопрос короткий, вернут ли нам выборы мэра? Да очень бы хотелось, на самом деле, чтобы нам их вернули, и рано или поздно вернут, потому что то, что происходит с выборами мэра, не только в Екатеринбурге, а вообще, где их поотменяли, у нас в Свердловской области, по-моему, уже нигде. Не избираться, не помню, в Тагиле. Тут даже скажу. Да, отменили. Везде. Везде махом. И мы видим, что просто испортился качественный состав глав. Если все-таки раньше он должен был пройти через выборы, значит, пообщаться с людьми, хоть какая-то у него должна быть поддержка, хоть что-то он из себя должен представлять, то сейчас может просто какого-нибудь непонятного назначить человека. Нет, да те же выборы, давайте согласимся, они, по крайней мере, раз в 4 года, ну, сейчас раз в 5 лет, заставляют шевелить пятыми точками поэтому кандидатов. Хотелось бы, пока, к сожалению, то есть я был автором законопроекта о возврате прямых выборов, только прямые выборы в муниципалитетах. Понятно, что парламентское большинство его дружно не хочу выражаться. В общем, не приняло. Даже не приняло, знаете, они не голосуют же против. Они не нажимают просто. Вот
Вот просто не нажали, и не хватает голосов. Но нам придется к этому вернуться, потому что то, что творится в муниципалитетах, вот те проблемы, которые копятся, как снежный ком, особенно небольших, они в том числе связаны, первое, то, что я уже сказал, про деньги, про дисбаланс, а второе, они связаны с тем, что этих людей не выбирали. И действительно, если раньше был какой-нибудь там мужик, хозяин там на месте, да, который мог кулаком по столу сказать где-нибудь вышестоящим органам власти, там, Минфине сказать, дай денег, потому что нужно там очистные какие-нибудь построить, дорогу сделать. То есть сейчас они не могут этого сказать, потому что они, по сути, назначены все. Они выбраны там в конкретных кабинетах администрации губернаторов по всей России, да, назначены. И они не могут спорить. А если ты не споришь, ты не отстаиваешь интересы своего города. И вот это большая беда, одна из ключевых сегодня, что убили это местное самоуправление. Напоминаю, мы проводим интерактивный опрос, задали вот такой вот вопрос, доверяете ли вы власти. Вот еще некоторое время назад смотрел, было 0% не доверяли, доверяли 0%, 100% не доверяли. Сейчас, Дмитрий, вы, походу, 9% вытащили в сторону доверия власти. То есть кто-то воспринял меня как власть тоже, да? Да, 9% все-таки доверяют, нашлись такие товарищи. Ну, либо кто-то сидит в администрации сейчас. Не, ну, может, правда кто-то вам поверил. И тем не менее, мы же все прекрасно понимаем, да, что такая вакханалия, вот это вот тотальное воровство, тотальный грабеж, который мы видим особенно на местах, вечно продолжаться не можем, а не может. А мы знаем, что целые города есть, да, где там, в общем, такая ОПГ, там все повязаны, там прокурор моется в бане с мэром, да, там и все. Судья и так далее. По большому счету, это просто чьи-то набиваются карманы, но так вечно продолжаться. А потом мы смотрим по телевизору каких-то непонятных лиц, у которых по 9 миллиардов, там по 10 миллиардов чуть ли не под подушкой лежит. Конечно, не может, и я очень переживаю за это, искренне надеюсь. Я все-таки за эволюцию, а не за революцию, да, чтобы это все-таки эволюционным путем разрешалось. Потому что тот клубок, который сегодня есть, ну, почему, мы уже, в принципе, обсудили. То, что он не может дальше продолжаться, точно не может. Потому что вот такие шиесы, скверы и так далее, они будут вспыхивать. И, конечно, не хотелось бы, чтобы потом этим всем воспользовались те, ну, умело кто-то воспользовался. Хотелось бы все-таки эволюции, хотелось бы возврата выборов, хотелось более справедливого распределения денег между территориями. Хотелось бы, чтобы у нас бюджет наполнялся. Вы знаете, вот, допустим, самая большая несправедливость, которая у нас есть. Вот нефтяники и газовики, которые гонят за рубеж, значит, продают там, значит, свои ресурсы, они получают возврат НДС 20%. Это десятки триллионов рублей. То есть, если ты добыл здесь нефть и продал его куда-нибудь на Запад, тебе вернули, ну, 20%, если убрать всю себестоимость, тогда до половины денег тебе еще накинули. А если ты решил переработать ее в бензин здесь, тебе не вернут НДС. И получается, тебе невыгодно. Что выгодно туда, выгодно туда гнать. Да. И мы превращаемся в страну бензоколонку, а бюджет реально недополучает десятки триллионов. Сколько мы эту тему не будировали, не выносили. Ребята, просто отмените возврат НДС. Люди, во-первых, внутреннюю переработку мотивируем, во-вторых, будут, ну, реально триллионы. И не надо ни пенсионных реформ, ни всей вот этой фигни. Ну, сколько раз носили, столько раз нам и говорили. Мы пока не готовы к этому. Но наша экономика к этому не готова, закон, мы слышали. Каждый законопроект, каждый второй, хорошо, не будем говорить каждый, он направлен на какое-то покрывательство, набивание чьего-то кармана. Вот буквально сегодня перед эфиром я узнал, что на днях Роснефть получила опять какой-то бонус по налогам на 500 миллиардов рублей, выпросили они у правительства, потому что они там собираются разрабатывать какое-то месторождение, оно заболочено, и вот им придется туда вложить больше, чем они планировали, они пришли к Медведеву, Сечин сказал, слушай, дай бонус. Медведев дал им бонус опять в очередной раз на 500 миллиардов рублей, на 500 миллиардов рублей. Может быть, это было бы и бог бы с ним, но если мы вернемся на год назад и вспомним, когда поднимали, увеличивали НДС с 18 до 20%, нам тогда говорили, ребята, мы это делаем, потому что не хватает денег, а мы его поднимем на 11 пунктов, вот на эти 2%, да, сразу страна получит дополнительных денег 520 миллиардов рублей. А сегодня эти 500 миллиардов отдали эффекта опять Сечину. Эффекта нет, и это признают сами чиновники, что эффекта повышения НДС не дало. К сожалению, да, то есть если посмотреть на то, что делает финансово-экономический блок правительства сегодня, то есть это на самом деле классический либерализм, как бы ни смешно ни звучало. То есть богатые богатеют, бедные беднеют. То есть вот мы, они чисто защищают интересы богатых и нет, помогают. Нет, это не либерализм. Либерализм, ну, в чем-то, это либерал, в чем-то. Такая, он... знаете, я имею в виду такой вот дарвинизм даже, хорошо. Типа вот эти богатые, им пусть хорошо, а остальные мы с вами, да, как-то уж выживем. К сожалению, это сегодня идет, и мы это видим по ряду законопроектов. Это мы видим по тем там триллионам, которые отдаются на поддержку банков, да.
то есть которые сами же довели своей ЦБшной политикой, да, до такого состояния, они лопнули, туда триллионы вбухиваются. Хотя, ну, наверное, эти деньги можно было бы потратить на что-то более социально справедливое. И в стране дикий запрос на социальную справедливость. Раньше был запрос на стабильность. Вот люди, лишь бы не было войны, лишь бы не было революции. Вот сейчас именно на первом месте социальная справедливость. Люди говорят, слушайте, почему у этих столько денег, а нам жрать нечего становится, да, потихоньку. В холодильник заглядывают и видят, значит, ситуацию, что у нас с телевизором очень сильно разнится. И к чему-то это приведет, мы опять об этом говорим. И очень бы хотелось, чтобы это привело к мягкому изменению курса, который сегодня вот просто называется. Богатые богатеют, и богатым дают богатеть. Бедные беднеют. Вот у нас там Forbes теперь, там у Михельсона выросло там столько-то миллиардов. Ну, мы, наверное, должны радоваться, да, возгордиться этому факту. Ну, что-то как-то вот не особо он радует, я думаю, ни одного из наших. Для того, чтобы что-то... Сейчас изменить... опять 0% будет. Для того, да, чтобы что-то... Случая. Нет, 1% упал, 8 теперь. Что-то изменилось, нужна какая-то оппозиция. Она у нас сегодня есть в стране? Вот на ваш взгляд, и кого, ну, вы бы назвали сегодня оппозиционерами? Может быть, кто-то вам лично импонирует? Имеется в виду и системная, и несистемная оппозиция? Нет, сложно сказать. То есть, действительно, политическое болото засушивалось очень долго, и у нас, так сказать, вывели вид такой, как, значит, оппозиционеры. Но так или иначе, вопрос ведь не в оппозиции, а галтелой. Вот мы оппозиция, долой, ура, дайте нам власть. Я же не говорю, что вот, я говорю, Единая Россия, монополия, а давайте их выгоним и отдадим полноту власти Справедливой России и заживем. Я говорю, что должен быть баланс. Должен быть нормальный баланс. Ни у кого для не должно быть, быть монопольного выбор. Положения. Для этого споры должны до выборов допускать споры кого-то. Споры рождаются они... истины. Ну, они... кого кроме Навального не допускают? Это отдельная история. Ройзмана, пожалуйста, не допустили. Ищенко не допустили. Муниципальный фильтр, это надо сносить однозначно. Муниципальный фильтр, это просто смех. Да? И то, что потом в каких-то регионах выбирают непонятно кого... Но лишь бы, вот значит, в пику, да, это же, по сути, та же история, как у нас со сквером. А давайте мы покажем власти свою фигу, да. Поэтому это однозначно, как с возвращением выборов мэров, с отменой муниципального фильтра и всего остального. Это надо делать, безусловно. Когда, а как то есть это вопрос делать? Не в персоналиях, вопрос в институтах. Вопрос нет, то, что делать, институтах. Это надо, это да мы придется все понимаем. Это делать? А как это да делать? Придется это вот делать. Как, вот посмотрите, опять соседняя Челябинская область. Там сейчас избирают губернатора, готовятся выборы губернатора, которые пройдут в сентябре. Все, опять же, по той же схеме, все, кто мог хоть какую-нибудь конкуренцию составить господину Текслеру, их не допускают. В отношении отдельных товарищей даже целые уголовные дела заводятся. Ну, какой-то по фигне по какой-то. Где-то там чуть ли не это самое. Я еще раз говорю, власти придется это отыгрывать обратно, потому что та ситуация, которая сегодня в стране, она накаляется. И чтобы этот накал снизить, эти институции придется настраивать. Это опыт мировой, многолетний, что у людей должно быть понимание выбора, понимание возможности выпуска пара, понимание ответственности за свой выбор. Сегодня этого всего нет. Ну, собственно, мы всю эту передачу говорим, чего повторяться. По секрету скажите, готовятся ли в Государственной Думе какие-нибудь, ну, очередные антинародные законопроекты? То есть к чему готовятся? Знаете, я никогда не участвовал в подготовке и внесении антинародных законопроектов. Поэтому, видимо, со мной не делятся тем, готовятся или не готовятся. Ну, что-то у меня нет такой информации. Пока текучка, на самом деле, потому что там куча... Обычно, вот вы знаете, то, что там за заседание там, в повестке там, по 120 законов, на самом деле. Вот вы говорите, каждый второй плохой. Нет. Там каждый 9 из 10, они просто настолько технические и так далее, что в них иногда зарываешься. Это было... У нас есть звонок. Здравствуйте. Откуда вы, по какому поводу? Коротко, если можно, у нас уже время к концу эфира подходит. Я понял, спасибо. Это с Ульяновска. Меня зовут Евгений. Привет. Да, Евгений. Вот у меня простой вопрос. Мы выбираем депутатов, да, так что депутаты это от народа, казалось бы. Почему депутаты принимают антинародные законы? Ну, собственно, я в начале эфира примерно на это уже именно ответил. Могу повторить, ну, собственно. Зачем вы конкретно, Дмитрий, принимаете антинародные законы? Я не принимал ни одного антинародного закона. Я голосовал против пенсионной реформы, я выступал против мусорной реформы, я голосовал против НДС и так далее. То есть могу долго это перечислять. Вопрос в том, что когда в Думе есть баланс и есть много вот таких представителей оппозиции к тому курсу, который проталкивают, то есть шанс, чтобы это не придет. В нынешней ситуации голосуй против, не голосуй против, выйди на трибуну, не выйди на трибуну, принципиально это не меняет, к сожалению, ситуации. И дальше в таком формате, я боюсь, что политическая система не протянет. Ей придется меняться, если она не хочет, чтобы ее каким-нибудь ураганом снесло, не дай бог. У нас остается буквально минута до конца. Давайте подведем итоги. Все-таки властям не доверяют 94%, доверяет только 6%. Вот жаль, что я тоже не... могу проголосовать, да? Я тоже не доверяю. Дмитрий тоже не доверяет.
И прежде чем попрощаться, очень коротко, 20 июня состоится опять прямая линия с нашим президентом. Ждете вы чего-нибудь от этой прямой линии? Ну, что-то горячее. От каких-то решения каких-то точечных проблем, как было с заводом НТЗТИ в Нижнем Тагиле, когда удалось добиться выплаты. То есть вы думаете, там каких-то горячих вопросов не будет? Правда, полгода до этого мы судились там и так далее. Ну, какое-нибудь вот точечное решение проблем жду. А что будет? Ну, хотелось бы услышать вот про те изменения, о необходимости которых мы сегодня говорили. Я думаю, не только мне, и вам, и нашим телезрителям, 94% точно. Спасибо большое. Это была открытая студия. В гостях у нас был депутат Государственной Думы Дмитрий Ионин. Приходите еще. Спасибо вам, Дмитрий. Ну, а мы увидимся, услышимся очень скоро, через неделю. Все, пока. Пока.